Привет, добро пожаловать на мой канал в рубрику «Готовим со Светланой». Сегодня я хочу рассказать вам об одном интересном рецепте с моими двумя любимыми ингредиентами. Это кулинарная лаванда и свежие лимоны. Я приготовила маффины из овсяных отрубей с добавлением кулинарной лаванды, лимонного пюре. Для приготовления лимонного пюре вам потребуется 2-3 лимона средних размеров. Их нужно сварить, очистить от кожуры и смешать полученную мякоть с оливковым маслом и растительным молоком. Помимо отрубей, в моей выпечке находится также и обычная белая мука. Вы можете добавить ржаную, но учтите такой факт, что ржаная мука или ржаные отруби гораздо темнее по цвету, и ваша выпечка может оказаться темнее. Пока пекутся маффины, на медленном огне примерно 350 градусов по Фаренгейту мы готовим простой айсинг. Здесь у нас лавандовый сироп, свежий лимонный сок, немножко вегетарианского молока. Добавляем на уже готовые маффины немножечко и веточку сухой лаванды. Приятного аппетита, будьте здоровы!